В малоселенном краю чего, блин, сидевшая на... Что это? Ля-ля-ля! Все этот скотч чинит! А все? Что тут происходит? А ну-ка вставай! Ну, давай, зачем Санчик так выскочила? Прям упай! Прям пол бы мне дало! Это жесть какая-то там в туалете, какая-то змеюга прям меня за попку хватанула. Сафик, ты что, дурак? Ты мне лоб чуть не расшиб. Какая змеюга, какая попка? Да там прям в туалете, вот в этом сидела, видимо, вылезла, блин. Я такое только в фильмах видел, когда крыса вылезает прямо с унитаза. Сафик. А где туалет? Здесь. Нету туалета. Тут же был толчок. Я прям лично в него уходил. А сейчас нет ничего. Как тут такое возможно? Сафик, ты что, туалет украл? Да я тебе отвечаю. Я просто сидел, меня кто-то укусил, и я убежала. Унитаз-то был здесь. Да, и вместе с твоим укусом и целый унитаз сожрал, да? Отлично. Значит, у нас тут завелся какой-то воришка. Слышите? Знакомый звук. Ой-ой-ой-ой. Кажется, я знаю, что это. Но! Это Скибиди унитаз! Сафик, вот кто тебя укусил! Нет! Нам надо в лабораторию бежать срочно! Да! Бегу! Ребята, срочно переодеваемся! Да! Все, получилось! Так, ребята, смотрите, сейчас нужно, главное, без паники! Маша, тихо, без паники! К нам на студию пришел Скибиди! Скибиди, туалет! Да тихо ты, Маша! Так давайте что-нибудь разработаем, какое-нибудь средство интересное, а? Есть один отличный план. Давайте подумаем, как мы в прошлый раз смогли победить Скибиди-унитаз? Мы же превратили Сафика в камерамена, и он его победил! Давайте еще раз Сафика проверим! Софик, ну пожалуйста, да. Ну, ты тем более уже знаешь, как это все происходит, ага. Давай залезай. Ты же не хочешь, чтобы вот Маша превращалась в камерамена? Так, ну вот Маша же не может быть камераменом. Ну давай, все, тихо, давай, заходим в камерку, заходим. Да вот. С другой стороны вход. Ну вот видишь, ты даже знаешь уже, где вход, давай. Ну ладно. Все, вот. Только, пожалуйста, не сильно. Тут у Маши есть программка, вот, смотрите, программка. Сейчас она настроит, и Сафик превратится. Итак, ребята, осталось только нажать на кнопочку пуск, и тогда мы запустим процесс становления Сафиком с камераменом. Да. И бум! Ой-ой-ой, пошел процесс, пошел! Да? Сейчас камерамен нас спасет! Да! Конец тебе, Скибиди унитаз! Да, давай! Ой, что это за звук был? Погоди, на компьютере что-то не так показывает! Маша, что за ошибка? Я не знаю, Сафик, братик! Открывай, наверное, что-то не даешь, смотрешь, как программу переписать! Тут же провод перегрызан! Не бойтесь, я сейчас починю! Ой, сломал! Сафик, братик, Маш, что делать? Я не знаю, может его перегрыз кто-то и починить надо. Да кто это мог перегрызть? У кого способностей-то хватит? Это ж какие... А, привет, крыс! Крыс! Это ты перегрыз провода? Ну, ё-моё, а ну, крыс-то, мы ж договаривались, что ты так делать больше не будешь. Ты мне можешь хоть один раз поклясться, пообещать, как мужчина, что ты больше так такими делами не занимаешься? Да, обещаю, честно, больше так не буду. Ты не обманываешь, точно? Ну, конечно же, нет. Ай, ну ё-моё, ну вот этот крыс, он всегда как... Сафик! Ой-ой-ой! Сафик, вставай, давай! Я камерамен,
Я превратился в камерамена. Ты не камерамен, ты обычный Сафик, у нас ничего не получилось. Сафик. А почему я не превратился, блин? Да там этот крыс, помнишь, провод перегрыз. Какой-то непонятный треск. Лего спикермен! Блин, мне очень страшно, кто это такой, он сейчас нас погубит! Тихо, Сафик, это мега спикермен! Он как раз может справиться со скибиди унитазом. И он вроде бы неплохой. Может, он против нас? Не-не-не, мега спикермен, ты нам поможешь! Я пришел к вам с миром! Тише, пожалуйста! Так, ребята, я в наушниках, сейчас я ему подкручу громкость. Нормально вроде. Скажи что-нибудь. Привет, ребята. Теперь нормально. Ты нас чуть не оглушил. Слушай, у нас здесь такое дело. У нас завелся на студии скибиди-унитаз. Мы его уже один раз побеждали с помощью Сафика, когда он стал камераменом. Но сейчас что-то не сработало. И ты появился. Кажется, электричество замкнулось. Ты сможешь нам помочь удалять скибиди-унитаз? Я давно на него зуб точу. У тебя же нет зубов. Это просто метафора. Ладно, слушай, можешь ребятам объяснить, кто ты такой, а то они немножко боятся. Мега спикермен, командующий всеми спикерменами и камераменами. Да. Звучит круто. Да. А еще самое главное, его все слушаются, все спикермены. А ты против скибиди туалетов? Да, я хочу с ним сразиться и помочь вам, ребята. Так если ты командуешь спикерменами и камераменами, может ты их заставишь как-то подписаться на канал? Ну, заставлять не надо. Ты можешь просто их попросить или приказать им. Я уже отдал приказ подписаться всем камераменам и спикерменам на канал Аришнева. И вам, ребята, я тоже советую это сделать. Да, потому что по статистике, кто подписан на канал, у того на 90% настроение лучше. Вот есть человек, который не подписан на наш канал, и у него, скорее всего, настроение плохое. А если человек подписан, то у него с 90% вероятностью настроение хорошее. Да, мега спикермен? Да, ребята так и сказали. Все? Вот поэтому я очень сильно надеюсь, что ты уже спустился под этот видеоролик и нажал на кнопочку подписаться. А мы не можем терять времени. Давай, пойдем разберешься с этим скибиди-унитазом. Только тут крыс ходит, аккуратно. Кажется, здесь никого нету. Ну, он точно был тут, а мы уверены. Мега спикермен, что же делать тогда, ребят? Я просто готова защищаться, если что. Слушайте, ну если у нас теперь есть такой крутой союзник, то давайте обойдем всю нашу студию и проверим каждый уголок. И когда мы его найдем, ты его своей силой вот этой вот... Чай! Все? Да, я отомстишь за меня. Давайте. Да-да-да. Эй, ты, скибиди-унитаз! А ну-ка нам что-нибудь скажи тебе. Ня-ня-ня-ня-ня-ня. Здесь никого нет. Давайте в большое посмотрим. Мы же его прям тут видели. Куда он мог пропасть? Надо еще посмотреть где-нибудь. И здесь как-то нет никого. Да вы что, угораете? Нету его тут. Вот он. Вроде никого нет. Блин. В помещениях его нет, он по-любому где-то на улице. И как мы всю улицу осмотрим? Она вон такая большая. Мы посмотрим на улицу с помощью дрона. Он по-любому далеко не отошел. Да? Да. А еще можно кого-нибудь отправить туда, чтобы и на дроне смотреть, и чтобы кто-то сразу на месте был и, ну, следил за ситуацией. Ну, кого-нибудь, кого не жалко. Только кого? Сафика жалко, Машу тоже. С мегаспики... Артем! Давай, удачи! Это что, я, что ли? Сейчас найдем его. Слушайте, ребята, пока ничего не вижу. Нужно, наверное, туда пойти. Если бы я был скибиди-унитазом, я бы где-нибудь здесь находился.
Блин, ничего не видно, а? Надо, наверное, помощи у ребят попросить. Ребят, стою на улице, совершенно ничего не вижу. Вы видите что-нибудь инородное? Хорошо, сейчас посмотрим. Подожди, это осколки какие-то? Что это? Какие-то это от машины? Белые. Мы проверили справа, там находятся какие-то осколки. Ну, от тебя слева. Спасибо! Блин, а ребята правы, смотрите, что это может быть? Непонятно! Ребята, кажется, я знаю, что это такое. Это осколки от унитаза. А у нас же как раз унитаз пропал. Откуда они тут? Смотрите, там еще есть. Давайте за мной. Ага, вот еще один осколочек. Смотрите, идеально подходит. Можно целый унитаз собрать. А там что? Офигеть, вот куда наш унитаз делся. Где же ты? Скибиди унитаз. А вот еще один осколочек. Почти целый унитаз. Ну где же ты? Я тебя не вижу. О, что? Ребят, срочно связь! Передо мной прямо сейчас 4 скибиди унитаза! Это что такое? Почему-то целых 4 скибиди унитаза! Я не знаю, что мне делать! Я с 4 не справлюсь! А где мега-спикермен? Вы меня слышите? Блин! О, да! Как тебе такое? Сейчас он тебе покажет. Ты готов, мега-спикермен? Да, готов. Да, я, если что, там спрятался. Вам конец. Я никогда не видела настолько огромный унитаз. Ошалеть! Они превратились в один огромный туалет! Вот это лазер! Давай, спикермен! Давай, давай, давай! Это мальчик! Тихо, тихо, тихо! Еще блок! Аккуратно, блин! Пока что, ребята, баттл идет хорошо. Какая же там битва идет? Го! Нифига! Интересно, кто же победит? Мега-спикермен, давай! Без тебя нам конец! Бам! Два лазера схлестнули! Неукорный бабай! Слушай, они как будто бы даже на равных! Ребята, как думаете, кто выиграет? Они сейчас взорвутся! Бам! Что произошло? Блин, вообще ничего не работает! Вспышка какая-то! Вспышка! Я, кажется, ничего не вижу. Блин, походу, там всем крышка, даже Артему. Нет, нет. Пора наша очередь, Маш, надо их спасать. Быстрее, побежали. Давай. Да. Мега-спикермен. Эй, ты чего? Вставай. Блин. Мам, Артем, мы тут видели, что вот произошло. Стой. Кажется, он в отключке. Ребята, здесь такое было. Было 4 скибиди унитаза, а потом они соединились в один. А потом мега-спикермен его лазером барьер. Блин, жесть, там один только остался. А что это с ним? Пошли посмотрим, а? Да, Софик, беги. Интересно, а почему мега-спикермен вырубился? Наверное, у него батарейка села. Софик, я тебе сейчас помогу. Маша, держи. Ладно. Жесть, он тяжелый, ребята. Смотри, это получается, скибиди-унитаз превратился в обычный толчок, а мега-спикермен отключился, потому что у него батарейка села. Давай возьмем его на студию и там попробуем вскрыть, может там что-то есть у него внутри. Это отличный шанс посмотреть, что внутри мега-спикермена и как ему можно помочь. И посмотреть, что внутри скибиди-унитаза. Маша, тащи его на студию. Давай, Софи, берем, а мой толчок... Тяжелая. Японский бог. Ну, конечно, в него знаешь, сколько много какают, это вообще... Я не какал. Ну, сегодня я и не думал, что мы узнаем, что внутри мега-спикермена. Ну, это, конечно же, чтобы помочь ему зарядить его батареечку. И что внутри? Скибиди унитаза, ребята. Сейчас мы заглянем, достанем все, что нужно. Мы даже перчатки одели, чтобы не было прям грязюки. Так, ребята, ну как же мне мерзко. Все попробуем достать. Подожди, подожди. О, кажись, нашел. Фу! Смотри! Обалдеть, ты сейчас как фокусник! Ничего себе там! Блин, она, наверное, грязная, хотя вроде белая.
Так, подожди. Ребята, это просто километры этой бумаги. Обалдеть. Так, наверное, поэтому он и стал злым, потому что слишком много бумаги. Да блин, он... а где конец этой бумаги? Ой, это... Подожди, подожди. О, это конец туалетной бумаги, ребята. Ну, вскипяти в туалете, бумагу кто-то засунул. Мега-спикермен, сейчас мы узнаем, что в тебе внутри. Надо аккуратно, главное, разрезать. Оп, аккуратненький. Оп, разрезик. В этом роботе наверняка будут всякие микрочипы. Гайки одни у тебя там будут, а у нас же золото будет. Чувствую что-то склизкое. Да, Артём, ну чего ты боишься? Это же хороший персонаж, там не будет ничего плохого. Это... Офигеть! Эй! А как это выключить? Сарфик! Давай, кидай сюда! Я не понимаю! Да как? Это же наш новый трек! Откуда ты знаешь наш новый трек? Ля-ля-ля-ля-ля-ля! Да выключи, Сарфик, выключи! Фу! Давайте сюда эту колонку. Я достал из мега-спикермена вот эту вот колоночку. И там играл наш новый трек, который выйдет на 6 миллионов подписчиков. Ты откуда знаешь, какой мы трек записали? Кто тебе демку слил? Все, Маш, теперь твоя очередь сувать руку в унитаз. Там что-то очень мерзкое, как будто оно распластается в моих руках. Мягкое? Мягкое? На, смотри! Лови! Ребята, это какашка какая-то, фу! Не-не-не, лови сам! Это, кажись, утренняя Сафика! Пусть она там ухмыляется! Фу, чем понять, у нас вся студия будет! Все, Артем, давай открывай там, пока вонючка тут стоит! Не, ну там у него тоже внутренности такие все, фу! Вот, смотрите, я нашел эту батарейку. Сейчас проверим. А током совсем не бьют. Она полностью разряжена. Вот он и отключился. Ничего, сейчас мы батарейку твою зарядим. Поднадаешь любому скибиди унитазу, а? Ты в следующий раз найди какие-то хотя бы более безопасные, ребята, способы. Что это? Наверное, опять проблемы с водой. Там же постоянно этот кран барахлит. Неправда. Я все починил. Там не может быть проблем с водой. Поставлю эту батарейку рядом с колонкой. Пойдемте проверим. Пойдемте. Ну что там такое? Смотрите. Тут, кажется, кто-то трубу перегрыз. А кто трубу здесь перегрыз? Это сделал крыс! Ах, ты гад! Мы ж с тобой договаривались! Пожуй мой хвост! А ну, стоять! Ах ты, гад! Смылся! Ну что это такое? Вот откуда был этот звук воды! Вот все он грызет, подлая крыса! Ладно, ребята, давайте с этим потом разберемся! Давайте вернемся обратно туда! Да! Смотреть, что у нас в унитазе! Да, мы еще не закончили вскрытие скибиди унитаза и мега-спикермена! Давайте, пойдемте! Блин, вот этот вот крыса, это просто ужас какой-то! Я не могу, я просто тут не могу уже! Блин, теперь еще отмываться от воды. Надо как-нибудь этого крыса поймать и проучить. А вас там что, ребят? Артём? Сейчас мы будем досматривать этот скибиди. Тут нет унитаза! Как он пропасть мог? Нет, 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 нет. Это очень плохо. Батарейку еще очень долго заряжать. Мега-спикермен пока что в отключке. Что же делать, а? Так, чего нельзя делать во всех ужастиках? Ходить всем вместе, как дурачкам. Давайте разделимся и найдем, куда пропал этот скибиди-унитаз. Нормальная идея. А как делиться-то будем? А че, я один, что ли, блин? Блин, ребята, мне капец одному страшно. Друзья меня покинули. И где теперь искать этот скибиди туалет? Да даже если я его найду, то как мне вызвать... Ребят, подождите. Кто-то оставил туалет на бумагу. Блин, вот гад, а? Нужно убирать за собой, ребята. Нельзя мусорить, особенно у нас на студии. Капец, еще и втулку потерял. Так, вроде все собрал.
Вот я его и нашел. Так, теперь нужно сообщить как-то ребятам. Так, блин, у меня даже рации нет. Нужно что-то придумать. Так, ну, тут вроде бы спокойно и никаких признаков унитаза нет. А это что такое? Это токсин, и он пустой. Он был предназначен для скибиди-туалета. А если он пустой, значит, он сюда заходил и выпил его. Поэтому он восстановил свои силы. Блин, надо было это спрятать куда можно лучше. Ребята, это, кажись, скибиди-туалет поет. Надо проверить. Кажется, никого нет. Но песню-то я слышала. Надо сидеть здесь тихо. Заперевшись и не двигаться, тогда он меня не заметит. Скибиди унитаз, ты где? Ё-моё, может это мне поможет? Он правда резинками стреляет. Это из стендопа, если чё. Скибиди унитаз, ты где? Блин, поскорее бы эта батарейка мега спикермена зарядилась. О, а это что? Конвертик с камеркой, офигеть. А там у нас что внутри? Какая-то бумажка. Рецептор. Так, камерамена. Два яйца, мука, экшн-камера, провода, батарейки две штуки и молоко. Офигеть. Мы сегодня и на дрончик поснимали. И вскрыли скибиди-унитаз с мега-спикерменом. И сейчас торт забабахаем. А это нам поможет победить. А скибиди-унитаз? Я же могу, например, съесть этот торт, превратиться в камерамена и попробовать с ним пободаться. Да? Ай, блин. Не, ну, ребят, ну, за такой качественный видосик, я считаю, прямо сейчас нужно спуститься и лайк поставить. Ну, пожалуйста, спустись под видео. Ну что, тебе сложно, что ли? Мы, считай, целых 5 роликов в один сняли. А? Ну, офигеть же! Мне кажется, это достойно. 100 000 лайков. Что это за звук был? Нет, нет! Уйди, уйди! Так, надо проверить, как там дела у ребят. Как раз таки с помощью камеры видеонаблюдения. Вот моя комната. Тут стоит скибиди-доп-туалет. Прям рядом, как я и видела. Так, следующую камеру надо посмотреть. Большое помещение. Артём, и куча скибиди-туалетов. Не надо! Скибиди-унитаз! Пожалуйста! Ребят! Сейчас ребята придут! Тебе конец будет, понятно? Блин, ребята, он в опасности. Его забрали с скибиди-туалета в плен. Надо ему как-то помочь. А где Сафик? Ага, Сафик стоит за углом. Надо как-то с ним связаться. Рация. Отлично. Алло, Сафик, прием. Да блин, когда же он уже уйдет? Как слышишь? Сафик? Что это? Сафик? Маша? Сафик, прием. Алло, если ты меня слышишь, то ответь, пожалуйста. Так, нужно как-то пробраться на склад. Аккуратненько. Так. Опа! Прием, Маша, это Сафик. Скажи, пожалуйста, ты где находишься? Я в лаборатории спряталась от скибиди-туалета. Вот и заперлась тут. В общем, Сафик, слушай. Тут Артема забрали в плен скибиди-дом-туалеты. И нам надо его как-то освободить, только вокруг. По всей студии бегают эти монстры. И нам надо, не знаю, замаскироваться как-нибудь и спасти его. А еще нам надо восстановить мега-спикермена. Можешь как раз-таки вот этим заняться, найти аккумулятор, а я тогда подберусь к Артему. А с прятками, я надеюсь, каждый из нас справится. Слушай, план супер. Все, давай, конец связи. Давай, на связи. Так, ну, какая-то черная жижа в виде угля. Нормально. Пойдет, ребята. Фух, ребята, вот мой камуфляж и готов. Я думаю, вы знаете таких людей, как я. Они обычно могут встретиться в центре города каком-нибудь и быть статуями. Но на самом деле это обычные живые люди. Эта прятка прокатит и скибиди-доп-туалет меня не заметит, потому что я притворюсь статуей, и он просто пройдет мимо. Пора пробираться к Артему. Ребят, кажется, там скибиди-доп-туалет. Но ничего, это отличный шанс продемонстрировать способности этого костюма. Фух,
Золото творит чудеса. Теперь мне нужно найти где-то батарейку. Так. Батарейка, батарейка. Ну же много на студии разных батареек, аккумуляторов. Вот это удача, ребята. Прямо здесь на полке лежал аккумулятор. Ну и, конечно же, я с помощью него смогу зарядить мега спикермена. Но туда мне никак не пробраться, ребята. Нужно как-то придумать прятку. Камуфляжную. У нас здесь даже костюмов нет. У нас тут только картон, древесина, блин, и краска. Как можно придумать камуфляжную прятку здесь? Либо я в холодильнике поеду, либо, я не знаю, картоном прикинусь, блин. Но это какая-то ерунда. Подождите. Туалет, картон, краска. Ребята, кажется, я придумал, блин. Дайте мне пару секунд, и я сделаю свою камуфляжную прятку и покажу ее вам. Здесь так много скибиди-туалетов. Прям все четыре собрались. А вон там, кажется, Артём. Ладно, надо все-таки идти. Костюм у меня хороший. А Артёма надо все-таки спасать. Одного прошли, но впереди нас ждут еще. Идем дальше. Как так вышло-то? С нами же был мега-спикерман! Артём! Фига! Слышите? Туалет разговаривает! Офигеть! Артём! Алло! Маш! Это ты? Куда ты смотришь? А куда мне надо смотреть? Да глаза подними свои! Ага! Не сюда, правее немного! Ага. Да? Маш? А ты... Это как так? С Афиком все под контролем. Мы придумали камуфляжные прятки, и сейчас у нас план по твоему освобождению. Это хорошо. Я вас верил, да. Давай тогда уходи быстрее. Эти скибиди-туалеты здесь повсюду. За меня не волнуйся, у меня отличная камуфляжная прятка. Меня эти туалеты не заметят. Там сейчас Сафик вернет мега-спикерману силу, и он уже избавится от туалетов. А пока тут стоим. Хорошо, тогда сидим и не привлекаем внимания. Все хорошо. Ребята, вы думали, это обычный туалет? Но нет, ребята, это мой камуфляжный костюм, от которого меня просто, ребята, обычные скибиди-туалеты не отличат. Ребята, с помощью этого костюма я могу вплотную подобраться к спикермену, подзарядить его, и он дальше уничтожит все остальные унитазы. Как вам план, бомба, да? В общем, ребята, все, нужно выдвигаться. Главное, чтобы меня не спалили эти толчки. Ну а дальше уже будет все понятно. Ладно, ребята, пожелайте мне удачи, пожалуйста. Все, я погнал. Ребята, я на месте, здесь очень много скибиди-унитазов. И прям там лежит мега-спикермен. Вот, мне нужно чуть-чуть до него добраться и вставить в него аккумулятор, и тогда он заработает. Блин, ребята, они идут, нужно прятаться. Это я, скибиди-унитаз. Кажется, ушли. Так, все, ребята, двигаемся дальше. Это лучшая камуфляжная прятка. Давай, Сафик, у тебя все получится. Главное пробудить мега-спикермена. Еще чуть-чуть. Все, мега-спикермен, сейчас тебя я заряжу! Вот это Софик молодец! Я никогда не сомневалась, что у него все получится! Ну что, скибиди-унитазы, теперь я с новыми силами и готов сражаться с вами! Спикермен, гаси остальных, давай! Ну что, один готов. Кто следующий? Наверное, ты крайне хочешь получить. Лови! Второй! Блин, как же круто! Наконец-то он всех победит! Пока они там воюют. Короче, я тебя сейчас... Давай! Спрошу.
давай, да сильнее. Да. Вот, отлично. Следующий. Давай, спикермен, остался последний. Мега спикермен, Сафик попрошу. Итак, остался еще один. Блин, что с тобой, спикермен? Мега спикермен. Мега-спикермен превратился в колонку! Бежим, бежим! Садик! Блин, он просто стал колонкой! Ему уже не помочь! Бежим! Сваливаем! Давай! Давайте бегом! Блин! Мега-спикермен превратился в колонку! Мы теперь со Скибиди унитазом один на один! А нам же надо как-то с ним справиться! Значит, нам нужен кто-то, кто нам в этом поможет! А кто это будет? Ребят, меня почему схватили-то? Я на складе! Да, нашел рецепт торта камерамена! Да ну! Нам по-любому нужно его приготовить! Он как раз способен справиться со Скибиди унитазом! Мы можем приготовить этот торт! А кто-то его съест, превратится в камерамена и нам поддает последнему Скибиди унитазу! Нам, получается, нужно пробраться на кухню! Я тогда достану формочку для торта и венчик! В общем, тогда погнали! Давай, беги! Ну, ребята, я пойду смою этот грим, а то тяжело в нем ходить, и к вам прибегу! Окей, давай! Фу, а я тоже на кухню! Блин, сейчас их 100 лет нужно будет ждать. Я готова. Ты так быстро? Я тоже готов. Ладно, я думал, это будет гораздо дольше. Смотрите. Конечно, быстро. Рецепт торта камерамена. Яйца 2 штуки, мука, экшн-камера, провода, батарейки 2 штуки, молоко. А кто зачем? Я за яйцами, мукой и молоком. А я за экшн-камерами и проводами, да. А я тогда за батарейками. Разбегаемся. Нет. Просто хотели красивую срезку, простите. Да. Я достал! Так, ребята, срочно нужно найти где-то провода. Тут нет. Так, тут нет. Угу. Тут тоже нет. О! Минус 1 микроволновка, зато провода у меня. Так, теперь мне нужна экшн-камера. Может, это? Нет, слишком большая. О, вот это удача, ребята! Готово! О, ребят, я уже нашла муку, супер! Молоко и яйца. Бегу! Яички главное в торт добавлять без скорлупы. Вот, чтобы не было... Ой! Вот так вот. Ага, давай, Маш, добавляем на глазик. Ну, этот торт, я думаю, муки много должно. Ну, давай вот столько. Больше. Стоп, все, стой. Потом экшн-камера, Сафик. Добавляем провода. Батарейки 2 штуки. Ага, и молоко. Вот, смотрите, какой тортик у нас получается. Отлично. Ребят, теперь мы это все замешиваем. Только вы этого не повторяйте, потому что мы делаем это только потому, что нам это необходимо и по-другому никак. Если хотите приготовить вкусный тортик дома, то можете попросить свою маму или бабушку. Вот, и вообще, а в целом, кого-то из своих родственников. И я уверен, что если вы им скажете, что вместе хотите приготовить вкусный тортик, то они обязательно купят все необходимые ингредиенты, не которые у нас, и вы приготовите дома вкусный торт, вот. И можете сказать, что такое времяпрепровождение вам предложили на канале под названием Аришник. Теперь ставим это в микроволновку. Максимальная мощность и на 3 минуты. Ну чё, Артём, ты там долго? Да 3 минуты нужно всего лишь подождать. Это кто? Блин! Садик, держи дверь! Маша, следи там, чтобы торт приготовился! Да, убегай! Да я слежу, вот он вроде почти готов! Маша!
Саша! Кажется, торт готов! Тебе придется его съесть! Ну почему? Я же превращусь в камерамена! Нету выбора! Иначе Скибиди туалет прорвется, и нам конец! Блин, ну я не хочу! О, ребят, вы только посмотрите, какой тортик-то красивый! Тут такая камера красивая! Вот такая белая, тут даже плюшечка есть такая! Пынь-пынь, как у настоящих камер! И сам он по себе такой черный, наверняка и вкусный! А если я его не хочу? Маша, давай ешь его быстрее, пожалуйста! Мы сейчас уже не выдержим! Ты не хочу я быть камераменом, иди сам его ешь! Маша, ешь! Ладно уже, хорошо! Ой-ой-ой-ой-ой! Он прорвался! Маша, бегом! Бегом, пожалуйста! Так, а что это такое? Ребята, кажется, получилось! Я стала камераменом! Да! Давай, Маша, покажи ему, наваляй! Будешь знать, как обижать моих друзей, Скибиди туалет! Эй, ты! Куда ты убежал, трус? Я сейчас тебя догоню! Эй, Сафик, давай, вставай! Мы же должны как-то Маше помочь! Она хоть и превратилась в камерамена, но мы же команда, а? Есть какие-то идеи? Пошли в лабораторию помогать Маше. В какую лабораторию? А, она же теперь камерамен, а там есть компьютер, и мы сможем... Наблюдать по камерам, да. От первого лица! Погнали отсюда! Даже, возможно, управлять ей сможем! Давай! Сафик, забегай! Давай! Все, смотрю! Вот. Ага. О, получилось! Мы наблюдаем глазами, да. Маши! Да куда ты побежал? Ладно, сейчас я тебя догоню. Она бежит по коридору. Ага. Ага. Заходит в большое помещение. О! Да! Ага, вот ты где. Но тебе все равно от меня не убежать, унитаз. И вот, смотри, напротив нее стоит Скибиди унитаз. Слушай, сейчас она ему преподаст урок. Мне кажется, все-таки друг Маша не вывезет. А может быть, сделаем какую-нибудь бомбочку для ванны, чтобы кто-нибудь из нас тоже превратился и смог ей помочь. Слушай, давай на крайняк. По-моему, она уже сейчас не вывозит. Давай. Я сделаю бомбочку для ванны спикермена. Ага, все. Давай, Сафик, да. А я буду здесь наблюдать глазами Маши. Маша, что происходит? Стоит до сих пор. Маша пытается с ним поговорить. Я очень сильно сомневаюсь, что получится с ним мирно договориться. Ну чего? Мы будем просто смотреть друг на друга или уже начнем драться? Маша попыталась его ударить, но у нее не вышло. Блин, а он казался довольно сильным. Я думала, он куда слабее. Но ничего, пока есть у меня сила. Оу, Скибиди унитаз на нее нападает. Ё-моё, Сафик. Здесь... Да что там происходит? Здесь Маша не вывозит. О, все, Артём, вот бомбочка готова. Отлично! Сейчас мы превратимся! У нас мало времени! Маша почти проиграла! Вот бомбочка! Она готова! Фу, нужно переодеться! Да! Готов! Фу, залезаю в эту ванну! Вода холодная! После того, как я превращусь, я не знаю, каким я стану! Возможно, я буду сохранять над собой контроль, как Маша! А может быть... Стану злым! Хватит уже болтать! Давай! На, держи! А может быть, стану злым спикерменом? Готовы? Раз, два, три! Сафик! Пошел процесс! Ё-моё! Oh!
А ну не трогай ее! Да! Маша, вставай! Артем, это ты? Да! Мы поняли с Сафиком, что ты не справляешься! И мы сделали бомбочку Спикермена! Теперь вдвоем мы с ним разберемся! Да! Это реально хорошая идея была! Я! Супер! А ты что можешь? Сильно! Ну ладно! Сейчас я тебе покажу! Иди сюда! Да ты чё? Маша, пора время объединяться! Давай, накапливай энергию! Получилось! Да! Танец! Да! Я поздравляю вас, ребята, вы молодцы! Блин, мы сделали из этого толчка просто обычный унитаз! В принципе, я и не сомневалась, что у нас получится! Ух, блин, как же тяжело это было! Ребята, вы только взгляните, как выглядит Маша и Артем! Будет знать, как с нами связываться! Главное теперь разобраться, как нам обратно превратиться-то! Ну это мы потом разберемся, ребятушки! Если вам понравился этот ролик, то прямо сейчас тыкайте вот сюда! И смотрите вот этот вот видосик! Смотрите его, ребята, он, наверное, такой же интересный, как этот! Тыкай на него прямо сейчас! Давай! А мы погнали разбираться дальше со злом! Тыкай!